5 причин, почему токен Сили может выстрелить уже в этом году. Первая причина – низкая капитализация. На стадии ICO проект собрал всего 12 миллионов долларов. После выхода на биржу он смог сделать много иксов. Но для такого интересного проекта этого явно недостаточно. У него есть еще очень большой шанс вырасти в будущем. Вторая причина – очень интересная и перспективная идея проекта – блокчейн 4.0. Это абсолютно новая технология, которая взяла в себя лучшее от старых блокчейнов и добавила новые функции. Третья причина – поддержка сообщества от команды Сили. Команда Сили поддерживает своих пользователей и награждает их за активность. Они уже запустили баунти-компанию с общим пулом в 5 миллионов токенов Сили, что является щедрым шагом. Данная кампания заканчивается уже завтра, так что успейте зайти. Четвертая причина – регулярные технические отчеты. Сили регулярно публикует отчеты о проделанной работе на своей страничке Твиттера. Это очень важно, и это показывает, что разработчики посвящают работу сообщества и действуют открыто. Пятая причина – устойчивость при падении цены биткоина. Как мы можем заметить, при падении рынка все альткоины очень сильно падают вниз, а Сили на текущем падении проявил себя как стабильный и надежный актив. Его курс снизился не очень сильно при сравнении с конкурентами, такими как Quark Chain, Ontology, Zilliqa, P-Chain, EOS, Neo и так далее. Сили может занять лидирующие позиции уже очень скоро. К концу этого года у них в дорожной карте запланирован выпуск своего блокчейна Mainnet. И нам остается только лишь запастись их токенами и ждать реализации. На этом все, все важные ссылки снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.